я на таких провел детство свое. У меня отец был буровым мастером. Здесь вот, походу, заведует какой-то аптекарь. Здесь есть знаки 18 тысяч метров до больницы. Не 18 километров написано, а именно 18 тысяч метров. 17 тысяч метров до заправки. Вот сейчас смотрите, кстати, знак стоит больница, да, и сейчас посмотрим, что на нем написано. Я специально сбавлю скорость. Видишь, 2300 метров, 17 тысяч метров до гостиницы. Шикарно, правда? Пока едешь эти, пока на Липо считаешь, так можно и в кювет уехать. 17 тысяч метров до гостиницы и 2300 метров до больницы. Ну, видать, таким образом здесь математику и изучают. Ну, вот, ребят, граница на замке. Вон стоят РЛС, пусковая установка. До Харабале 15 километров. Вот, ребят, Харабали. Мы заехали на рынок в Харабалях, где можно купить копченую рыбу. Хорошую и вкусную даже. У Сереги. У Сереги, да, вот круглосуточно. Серега, Марина. Видите. Тоже будет скоро. И вот такая разная рыба. Здесь видим щука, судак есть. Вобла. Стройными рядами. Да. Вот такая рыбка. Вот это осенняя. Это вот сейчас, который делаем. А чем они отличаются? Ярче намного. Это вот свежая, да? Да. Это весна. Ну вот такая вот икра у нее. Рыба качественная, говорю. Леш, ты сколько брал-то ее? Я коробку возьму. Коробку берешь. Разница в чем? То, что у нее мясо не рыхлое, а она у весенней вобла, но мясо у нее тянется, грубо говоря. Оно как жвачка, видишь, оно? Ага, видишь, ага. Оно тянется. Оно, видишь, какое? Оно не рыхлое. Если бы она была мороженое бы, да, угу. Тут совершенно видишь, другая уже. Мясо рвется, не тянется. Это получается, это весенняя вобла. Значит, вот эту воблу можно брать, она самая свежая. Вот эта и сколько коробка выходит? Килограмм сколько? Рыба. Килограмм 400 рублей. Ну, ты нам сделаешь скидку? Закрывай лавочку. Герасим, я вообще договорился, все. Че, да, рыбу уже сейчас загружают. Всю к нам загружают. Всю к нам загружают, да. Только надо показать, как она из-под колеса выезжает. Есть маленький нюанс, да? Ей, да, есть чуть-чуть, Все, да, из одиноко видно, да. А то сейчас сверху крупная, снизу мелкая. Не-не-не, все отсортировано, стандарт идет. Размер 19-20. Она вся весенняя, да? Это все качество, если тут пихать не буду ничего. Все равно летом приедете же еще. Дыня, арбуз у меня будет. Хорошо. Коль, берем коробку напополам тогда? Ну давай напополам возьмем, потому что мне коробки много. Ну вот, так что все, кто будет ехать через Харабали, будут у тебя, елки-палки. Давай нам все это. Что, это берем? Ты тоже будешь делать? 11. Да не, мы, наверное, пол коробки себе возьмем, да. Да, Коль, давай полетим. Все, лучше. Какой сделаем? Сегодня второй день. Так, это местное. Угу. Может, пополам сделать? 5 того, 5 этого. Тоже вкусное очень. Это тоже вот весна. Угу. Просто она качеством отличается, чем это, ну, плотва, сирушка здесь называется. Мы ее называем местная вобла. Тоже очень вкусная, кстати. Но я в Москву беру, отправляю постоянно. Еще никто не жаловал. А вот это вот, то, что он брал, вот. Ну, давай тоже весеннее. Но пол коробки нам надо. Так, в пакет. Али, хотя давай, давай это самое, давай коробку вот эту вот. Весеннее это, да? Да. Ну все, ребят, вот взяли рыбки мы на сувениры. Себе под пиво покушать, вот 12 килограмм. Ну и захватим еще вкусного лука с картошкой чуть-чуть. Это у нас Серега круглосуточно здесь. Серегу встретите, ребят, если будет плохая, я вам на ютубе напишу, кто-нибудь это самое тогда. У Сереги не купите ничего. А если будет вкусно, то тогда, короче, заезжайте, покупайте. Можешь.
Не, ну пахнет очень вкусно. В Харабалях, да, вот. Здесь рынок есть моя. Рынок такой, да. Не проедет, если... Возле Магнита. Будете, да, обратно ехать, будет с правой стороны в Харабалях рынок. Че, ты щуку ребенку везешь, да? Конечно, ребенок сказал, хочу самокат с двумя колесами. Блин, мне тоже надо щуку, я ему тоже привезу щуку, скажу, вот, вот тебе вот щука. Какая, ну, какая самая модная будет щука? Вот видите, Серега не только у себя посоветует, но еще и по другим пройдет, выберет. Вот такая щука, вот сын, это тебе будет. Папа скажет, что он ее поймал. Проще, чем 20 рублей. А что ты, конечно, 20 рублей брать? Все, ребят, придется купить еще и пиво теперь. Потому что есть вобла. Берите по сезону, короче. Прошлогодний он показывал, как мясо рвется. В весенние воблы мясо тянется. Свежее. Наш баргузин летит вперед. Кому не остановка. Другого нет у нас пути. В руках у нас есть рыба. Ой, а можно еще тоже такую вот буратину, да? Спасибо. Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, да, да. Прям жир в жиру. Жир в жиру. Жир в жиру. Так, а, Миша, тебе, наверное. Лагман же ты просил, да? Сейчас еще принесут у меня он оливье. Пока известно только то, что Мишка застрял в туалете. Так что в туалет здесь ходите аккуратно. Вот так, ребят, кругом поля, поля, поля. Здесь будет летом бахчи, дыни, арбузы, картошки, луки. Короче, все-все-все будет. Можно будет целый прицеп грузить все за копейки и везти домой. Он такой воробый, петух на двери. Здравствуйте. Здравствуйте. Волгоградская областная ГАИ. Полиция к селу. Что за чудо автомобиль у вас, а? Вездеход. Отдельный какой-то? Не, серийный. Серийный? В Питере делаю, да. Снизил такой ни разу. Сколько лошадей в нем? 44. Командир, вот канал наш. На ютубе все есть. Мы ездим по всей стране, охота, рыбалка. Спасибо. Я уже визиточки сделаю после. Я понял, уже на каждом посту знают нас. Ну, прикольная тема. Да. Что стоит? 5. Самое неприкольное, что в нем есть, это цена. Все остальное прикольно. Так, кондёр есть? Нет, это не самое главное. Это не самое главное, что нужно. Когда он вывозит оттуда, откуда вертолет не заберет, понимаешь, что пятак это не так и дорого. Бля, ну а у нас такие места, где можно ездить? Не, мы с Астрахани сейчас. Ну там по пойме. С раскатов. Ну, плавает, да, Игорь? Да, он плавает, на лед выходит. На канал заходи, посмотри. Счастливо. Ребята, утро наступило, поспали где-то часа 4 на посту гаишного. И едем дальше. Добрый день. Добрый. Откуда трактор такой? Сосок.
иногда складывалось впечатление, что выбирали просто случайно крови. Ну что, ребят, вот и закончилось наше путешествие. Дорога у нас длилась около 27 часов. Долго, длинно, но что поделаешь. Домой почему-то всегда быстрее едется и хочется быстрее. Вот, а приезжаешь все дольше. В общем, вот такая вот получилась рыбалка. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.